покупая растения в магазине, нужно знать, на какую сторону у вас выходят окна в квартире. Для южного окна, где очень яркое освещение, подходят такие растения, как хлорофитумы, фиалка, пеларгония, суккулентные растения, как денежное дерево крассула. На восточном и западном окне растут практически все растения. Давайте поговорим о тех растениях, которые подходят для северного окна. Это такие растения, как папоротники, антуриум, цикламены, аспидистра. Эти растения теневыносливые. Но это не означает, что обязательно эти растения можно выращивать на северном окне. Их также можно выращивать в других комнатах. Они являются теневыносливыми, но они не обидятся, если будет много света. Также следует помнить, что всем пестролистным растениям и цветущим растениям требуется много света. Но важно учитывать при этом, что нужно избегать прямых солнечных лучей.